Давайте с вами обсудим, какие 5 основных кистей, или даже 6, лучше всего использовать в макияже. Самое первое – это кисть для нанесения тонального крема, но также вы можете очень легко заменять его спонжиком. Вторая кисть не менее важная для скульптурирования лица, когда вы можете прорабатывать отдельные участки на лице и также растушевывать их, создавая очень красивые границы. Рекомендую обязательно иметь в своем кейсе кисть для румян и также для использования бронзера. Вы можете ее использовать как 2 в 1. Обязательно вам понадобится кисть, вот такая пушистая, для прорисовки складки века. Маленькая кисть для прорисовки маленьких деталей вокруг глазика и вокруг ресничного контура. И, конечно же, кисть для нанесения помады.